Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и сегодня я хочу вам показать немножечко геймплея новой God of War, которая выходит у нас 20 числа. Покажу я ровно столько, сколько, в принципе, можно показать до официального спадения эмбарго, которое случится 19 числа в 3 часа по Москве. Тогда мы и начнем полноценное прохождение. А сейчас немножечко геймплея и таких первых впечатлений об игре. Во-первых, игра стала совсем другой, то есть теперь у нас совершенно поменялся геймплей. Он совершенно другой, не такой, как был раньше, и это хорошо, потому что он хорош. Он очень хорош, ребята. Теперь все выглядит солидно, мощно, красиво, то есть по-настоящему такой соневский проект, в который стоит играть, ради которого стоит покупать консоль. Их очень мало, и это одна из таких игр. В плане сюжета, в плане вот фишек игры God of War, все поменялось и стало более разумным, более серьезным, более подходящим по именно такому серьезному сюжету. Не просто какой-то месилово про убийство богов и ярость самого Кратоса, но именно про его теперь отношения с сыном, о его прошлом, о том, что он думает, о том, как его характер поменялся. Я играю в режиме максимальной производительности, максимальной частоты кадров, потому что играть в режиме повышенного изображения и повышенной графики, то есть в псевдо 4К, некомфортно по сравнению с режимом в 1080. В режиме высокой производительности FPS колеблется где-то от 45 и до 60. В среднем где-то 50, наверное, кадров, где-то так. В режиме же максимальной графики в псевдо 4К, он держится не выше 30 кадров, иногда просаживаясь до 28, поэтому намного-намного комфортнее играть именно вот в 1080 разрешении, учитывая то, что у меня небольшой экран, то есть все прекрасно, мне намного даже больше картинка нравится в режиме 1080 и максимальной частоты кадров. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Хоп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Оружие теперь у нас это топор, и он работает по принципу молота Тора, то есть его можно кидать и возвращать тогда, когда захочется. И это очень классно, потому что он когда летит, пробивает все насквозь, и когда возвращается, он тоже пробивает все насквозь, этим можно пользоваться, это очень удобно. Плюс он сам замораживающий, и кинув врага, его можно на некоторое время просто обезвредить, забыть про него. Но при этом у тебя, конечно, не будет оружия, и придется драться в рукопашку. После нескольких начальных боев, когда будет все интересно, когда будет все в новинку, все будет круто, вам может показаться, что боевка какая-то однообразная. Ну, становится скучно где-то, наверное, на пятом бое, когда ты не можешь применять что-то больше там связки из трех ударов. Но это все временно. В дальнейшем у нас появляются новые способности, новые шмотки, новые обилки. Все это вот нарастает как снежный ком, и играть становится очень-очень-очень интересно. То есть боевка становится намного разнообразной. Сделано это так, потому что игра довольно-таки длительная. То есть она идет где-то 15 часов. Это не стандартные 8 часов, которые мы привыкли видеть вот в таких проектах. Длинная, большая игра. То есть обычно мне казалось, что God of War это что-то там в районе 8-10 часов. Нет, эта игра где-то минимум 15 часов будет, чистый сюжет. Если вы захотите погулять по углам, а их здесь действительно много, то тогда у вас геймплей уже растянется, может быть, даже до 20 часов. Ха-ха!
солнце! Я готов. Отдельно мне понравилась возможность воевать без оружия. То есть ты можешь убрать оружие и месить кулаками. И это не просто какая-то бессмысленная фигня. Это очень полезная штука. Во-первых, некоторые противники просто не дамажатся с топора, потому что он ледяной, они ледяные. А во-вторых, когда ты бьешь именно руками, то у них как бы накапливается усталость намного больше, чем если ты лупишь их топором. И после того, как у них заполняется вот эта шкала усталости, можно применить суперприем и просто порвать врага вообще на куски. И это все очень красиво и эффектно выглядит. Поэтому зачастую хочется, именно вот хочется драться. А иногда это даже полезно, потому что ты сносишь очень много хп. Даже если ты не добиваешь его вот этим вот приемом, то, по крайней мере, сносишь очень много хп. Хотя, конечно же, Кратос становится поуязвимее, потому что вот у тебя не будет вот этих вот приемов, которые можно использовать с помощью топора. Еще, конечно, очень понравилось взаимодействие его со своим сыном, как он с ним разговаривает, какие темы сын поднимает и как Кратос на них отвечает. Понятно, что Кратос — это Кратос, он сдержанный такой серьезный мужик, но все равно вот видно его отношение именно с сыном и как он вот держит все в железном кулаке, но мне кажется, он все-таки хочет как-то иногда оттаять, но не позволяет это себе, потому что, черт возьми, я же Кратос. В общем, игра очень солидная, красивая, мне очень нравится, и если вы думали покупать или не покупать, я, блин, точно советую вам покупать. Если мне не верите, посмотрите Metacritic, где средняя оценка игры 95. И правда, это не купленная оценка, игра правда очень-очень хороша. Ну что ж, дорогие друзья, дальше посмотрите просто мой геймплей из игры, и на этом я замолкаю. Мы ждем 19 числа, 3 часа дня, когда начнется полное прохождение. На этом у меня все, с вами был Гидеон. Приятного просмотра. Ого. Я справлюсь. Зараза. Давай, 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 давай. Ха-ха. Есть. Все-таки подставился, блин, одному. Что значит, я смотрю глазами ребенка? На войне для солдата красота — это кровь его врага. Остальную часть души он теряет. На время или навсегда. Ты много знаешь про войну. Правда? Войны ведут по двум причинам. Ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой.
Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Зашибись. Огонь! Берегись! Давай! Ну-ка, как мы эльфу мочим? Блин, это клево. Давай! Опа! Бам! Ну, здрасте. А, ну его пофиг. Ладно. Так, набью тебе морду. Ну ничего так. Долго набивается. Бэм, да. Научи меня этому. Чему? Ломать людям лица? Не людям, а монстрам. Блин! А, ладно. Только скажи! Давай! Ну и чё, да? О, ништяк! Он ещё жив! Твою мать! Эти драугры какие-то неправильные драугры. Отрава! Подохни. Черт возьми. Еще эти стреляющие ублюдки. А! Вот это было не по плану. Вот че они своих не ранят, нечестно. Ай! Надо сильными атаками прерывать его. Тем морду и так набью. Да, сломать лицо. Ниста. Интересно, что значит Ниста? Почему он это говорит? Вот так, ништяк. Тяжелее обычного, да? Но мы еще живы. Ёбаная горилла! Ладно. Отец, берегись! Тихо. Воу! Кидаться в меня этими засранцами не надо! Так, уходим. Тихо. Есть, взрыв на него сработал. В очко тебе.
Так, отходим. Ой! Берегись, отец! Все, я понял. Отходи. Есть. Давай. О, давай ему в лицо. Да. Вот так. Да. Жесть какая жесть. Как двое? Каких двое? А, о боже ты мой, этим ребятам я даже рад. Да. Здесь? Кто это построил?